Кто не читал Лисистрату, должен коротенько сказать, что Лисистрата подговорила женщин в Древней Греции не пускать мужчин домой на ночь, пока они не прекратят воевать. И на этом строится вся пьеса. Мужчины вернулись, требуют, чтобы их пропустили, у крепостной стены находятся, и разговор Лисистраты с предводителем войска. Предводитель, пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, мол, сякой, бесстыдницы, мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата, постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь, любому пацану на вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена, вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надмена, позвольте вам заметить сукаризны и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед родиною долг. Лисистрата, пред родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги. Ведь ваши сыновья поймут едва ли, из-за каких таких возвышенных идей, зачем и для чего вы воевали и сиротили собственных детей.